Очередной день рождения президента Казахстана ознаменовался незапланированной забастовкой. Около 200 рабочих месторождения острова Д на Кашагане вышли на забастовку в минувшие выходные. Детонатором трудового конфликта называют субподрядчиков из фирмы Cape Industrial Service, которая находится под управлением компании Аджип. По словам общественного деятеля из Атырау Мухтара Умбетова, после трудовой вахты рабочих попросили добровольно подать заявление об увольнении по собственному желанию. Что могу сказать, тоже было 2 недели назад забастовка в СИБУ. В этом году уже 2-й раз. 1 января, сейчас опять забастовка была. Сейчас опять ее с помощью местных властей, как вы там. Система отношений нужна. Они как пожары, потому что это касается сотни тысяч людей. И это повально будет, постоянно будет. Подобные акции – это тренд, говорит эксперт. А тем временем местные власти экстренно сообщают о стабилизации ситуации. По их словам, на месторождении все спокойно. Ну или все в прежнем режиме. По этому случаю областная прокуратура и управление государственной трудовой инспекции области встретились с рабочими и работодателями и провели разъяснительную работу. Тем, кто попал под сокращение, будет выплачена компенсация. По поводу заявления о том, что компания принуждала написать увольнительные по собственному желанию, будет проведена проверка. По словам чиновников, строительные работы завершились, значит, истекли и трудовые договора рабочих. Взамен прежних заработков они со страниц печатных изданий Запада страны обещают, мол, рабочие автоматически встанут на баланс местного центра занятости и соцпрограмм. Осталось почувствовать разницу.